Привет! Сегодня хотел бы рассказать об одной вещи, с которой я сам лично столкнулся. Ну, это недостаток информации, грубо говоря. Значит, после ДТП, которое произошло со мной, я там немного сменил экипировку и, в частности, купил себе новую куртку. Естественно, вы все знаете, что даже в брендовых куртках а-ля Alpine Stars защита, как правило, стоит, ну, самая там, простая. Вот, поэтому я загнался целью поставить спину получше, защиту спины получше, и столкнулся с тем, что те состек, про которые я рассказывал там в прошлых видосах, они не подходят под эту куртку. Естественно, надо было найти оригинальный Alpine Star, чем я, собственно, и занялся. Нашел в интернете, на eBay и прочее, как бы, ну, можно было заказать, но оказалось, что здесь есть в Минске у одного человека, которому она также не подошла. Значит, вот куртка Alpine Stars, так, и защита в ней стоит вот такая. Обычная такая пена дырявая, то есть для того, чтобы, ну, не знаю, там, дышать через нее или еще что-то. В общем, самая простая, самая обычная, дешевая пенка. Когда локти, там установлены, в принципе, хорошие. Я их доставал, смотрел, то есть там стоит нормальная защита локтей и плеч. Теперь, что же себя представляет сама альпиновская защита? Довольно интересная штука. По той простой причине, что... тяжело было понять. Выглядит она вот так. То есть ее каталожный номер, ну, согласно инструкции, EN1261-2. То есть позже я там прилеплю ее название и ссылки, может быть, на eBay или там на какой-нибудь интернет-магазин польский, где ее можно найти. Теперь, значит, с чем я столкнулся? То, что когда я ее приобрел, она мне казалась похожей на, грубо говоря, кусок доски, довольно жесткая и неудобная. Ну, это же оригинал Alpine Star. Я ее установил в куртку, как бы, ну и начал ездить, тестировать. Сразу мне показалось довольно неудобно. Она так, ну, как-то стоит в спине и как-то так жестковато. Я ожидал, что она будет, ну, мягкая. И в один прекрасный момент я накинул куртку, что-то так руками свел и услышал, как она треснула. Она сломалась. То есть, я удивился. Начал искать в интернете вопрос, ответ. Никакой информации нет. Я перерыл инструкцию. В инструкции также ничего нет. То есть, вот в этой книге, где описывается... установка спины, как, что, зачем, почему, размеры все указаны там на многих языках. Но, к сожалению, почему она сломалась, описание я не нашел. Дальше я пошел шерстить интернет. В интернете, естественно, русскоязычном интернете ничего нет, потому что никто, наверное, не пользуется оригинальной спиной Alpine Stars в куртку Alpine Stars. Я, естественно, начал делать запросы уже на английском языке, благо знания языка небольшие есть. И я нашел на одном из каких-то там заморских форумов вопрос. Защита спины сломалась, что делать? Там шли комментарии, что типа может быть она бракованная, что там пересохла или еще что-то, короче. В общем, ответа я не нашел. Я решил поискать тогда дальше. И нашел на сайте FCMoto.de в продаже эту спину. И там было много комментариев, естественно, на заморском. Я начал их читать. И у одного человека такая же была претензия, что она сломалась. Оказывается, когда я начал свою проверять, оказывается, что она изначально идет цельным куском. И в зависимости от конфигурации костюма, куртки и, собственно, вашей спины, она сама ломается именно в тех местах, где есть перегиб. Когда я начал ее полностью вот так вот пальцами проверять и чувствовать, где, ну, происходит излом, оказывается, что она вся покрыта такими вот полосочками, как, ну, грубо говоря, как шоколадка.
и ломается четко, ровно, симметрично по полоскам, по тем прорезям, которые вот пальцами чувствуются. Я даже думал ее распороть, посмотреть, что внутри. Но как бы цена вопроса, там, пускай даже в $20, ну, не хотелось резать ее. После чего я начал ее просто вот пальцами проминать, смотреть. И да, действительно, вот здесь вот три куска. Вот даже если так вот сделать, может быть, будет видно. Вот раз, два, три. То есть, вот, наверное, как-то так. То есть три куска. И далее она состоит из таких сегментов. То есть после такого излома она стала, ну, как-то более-менее такой гибкой и уже, ну, грубо говоря, начала принимать как-то хоть форму спины. По, скажем, степени защиты, да, она твердая, она выдержит удар, она вот вся вот эта ткань снаружи, это ее, как бы, грубо говоря, корпус, который не дает этим кусочкам куда-то разбежаться. Внутри они, наверное, там как-то подклеены, потому что их там перемещать внутри, ну, невозможно. Но они вот, если даже так вот согнуть, видно, что, да, вот оно видно, что вот оно такими сегментами, да, да, вот на тени, на свету видно, что такими сегментами. То есть, грубо говоря, получается, как такими кубиками она принимает форму тела. У меня, конечно, ну, отлегло, я понял, что это все нормально. Вопрос другой. Почему, блядь, такая серьезная контора не смогла написать в своей книге по установке, что когда вы установите спину, там, согнитесь так, как вам удобно, чтобы она сломалась, не пугайтесь, это нормально. Потому что все-таки спина, как бы, это я купил ее там, скажем так, со скидкой, а реальная цена там в районе 35-40 евро на сайте FCMoto. И как бы человек, покупая такую защиту, вот, ну, серьезного бренда, рассчитывает на то, что это, как бы, должно быть нормально. Но оказалось, нет. Поэтому я решил рассказать про эту фигню, потому что, скорее всего, люди еще с этим столкнутся, и это будет для них полезно. Так что, если вы приобрели такую спину в куртку, не пугайтесь, то, что она там щелкнула где-то, просто возьмите, достаньте ее, похрустите ей, она щелкнет там, где надо. Ставьте в куртку, и вот она уже принимает форму спины, каким-то образом там сжимается и прочее. То есть все-таки она свою функцию будет нести. Да, она толстовата, не так удобно, но извините, а когда защита была там по удобству сравнима с, там, с обычной футболкой? На то она и защита, чтобы закрывать самые важные уязвимые части тела. Вот, наверное, все, что я хотел рассказать про мега серьезную контору Alpine Stars. Хотя, надо признаться, вещи у них есть дорогие, необоснованно, но есть, в принципе, неплохие вещи, довольно качественные, там, которые долго носятся и выполняют на все 100% свои заявленные функции. Все, всем спасибо, берегите себя, пока.